Итак, продолжаем наш репортаж. Сау с бревнышком. Сау с бревнышком. Сау с бревнышком номер 824. Уже дерево выросли на грубом. Это гусеница. Страшное зрелище вблизи. Твари. А это зрелище получше. Это получше. Там еще что-то. Ну, предлагаю подойти еще вот этот посмотреть. Сау кверх ногами. Только что мы видели сау вниз ногами, а теперь будет сау вверх ногами. Сау вверх ногами. Это ствол. Ствол сау. Миллиметровая дура. А это, кстати, сау вверх ногами. Тоже тухлая. Это ж нужно было так постараться, чтобы эту гадость поставить рогами вниз. Это все, что осталось от укропа. Дай бог памяти, офицерский ремень. А у него были мама, папа. Если повезло, то жена. Белые тапочки, чтоб я видел тебя в гробу в белых тапочках. Но туда подходить не будем, там что-то и осталось. А здесь что? Здесь пусто. Дрова будут, ребята. Напоследок завершающий штрих. Еще раз не удержусь, подойду. Какое приятное зрелище. Мертвый фашистский тигр. Вот он. Наверное, ветром сдуло. Белые тапочки. Вот белые тапочки.
вблизи. Это конец. Это колесо. Это мертвый, но живой. Немножко подредактировать. Он даже со своей гусеницей.